Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Вот было холодно, ночные температуры низкие, плюсовые были. И вот так резко сразу пошло тепло. Здесь перцы у меня были высажены 30 апреля. Так рано, по-моему, и не высаживали. Большая часть собирается цвести и цветут. Здесь на южной стороне у меня в этом году посажены сорта. Почему? Потому что гибриды мне не понравились в прошлом году, как здесь росли. Гибриды в этом году у меня на северной стороне. Ну, а солнце им одинаково попадает. Северная, южная сторона. Вот солнце после обеда здесь как начинает светить, так и светит. Разговор в чем? Вопрос. Кто-то говорит, мы убираем коронный цветок, такой-сякой, первый перец. Ну вот вышли мы другой вообще снимать, смотрим, вот тут перчик образовался. Кустик, он сам маленький. Так, я другую книгу не принесла, и это какой сорт. Вот, надо было другой этот листок взять. Ну вот теперь, что он будет мешать расти другим, цвести другим мешает. Вот он коронный цветок и был. Я его и не заметила. Вот сейчас он действительно на месте коронного цветка. Я, конечно, этим делом не занимаюсь. Меньше урожая, больше урожая. Уследить, когда у кого, когда появляется коронный цветок. Как-то у меня времени, может быть, не хватает. Может быть, я не вмешиваюсь, можно сказать, в природу. Кто это вот придумали, кто-то вот коронный цветок, он, его надо убирать. А почему надо убирать? Урожай такой же был. В прошлом году я специально тут в одном рядочке убрала, а во втором ничем не отличалась урожайность. Или я как-то не это понимаю, или люди намного больше меня знают, поэтому делают. В общем, не удаляю. Ну, теперь... Если он появился, этот перец, вместо коронного цветка, они по два перца стоят, вот на одном еще ничего нет, по-моему, ни коронного, ни такого цветка. Они в одном горшке росли, так и сели. Ну, пусть растет. Че ж его убирать, зачем ему? Раз образовался, меньше будет урожай, больше будет из-за одного кустика, ничего там такого не будет. На гибридах я пока перца не вижу. Но цветут дружно, конечно, может и есть. Если иногда вот так не смотришь, не видишь, а потом вдруг раз и перцы показываются. Ну, большая часть с бутонами и цветут. Уже и в открытый грунт я перцы высадила, которые остались. Вот. Пока, ну, вот на грани зацветания, вот-вот уже зацветут. Но пока вот вон тот перец, сида, я несколько раз говорила, на неделю раньше посажен, вот чем эти остальные перцы. И он, видать, куст такой мощный, конечно. И уже развилка, после развилки уже, ну вот, тут никакого коронного цветка нет. Вот тот он обычно коронный цветок, вот никакого коронного цветка. Раздвоилась, теперь уже, естественно, часть вот листьев уже надо убирать, формировать. Не увидела я. Вот тут, видать, гибрид предусмотрено. Никакого вам коронного цветка, ни коронного, ни такого. Вот тоже нет. И вот тут только образовывается, раздвоилась, дальше уже вот развитие, сколько уже оставишь там. Вот тут уже еще раз раздвоилось. Вот раз. Вот тут уже еще раз пошло раздвоение. Но стеблеобразование. То есть куст, он не может так вот, куст перца, он образует несколько ветвей, или как стеблей. Вот тут вот коронный цветок уж собирается. Он еще и не зацвел. Он стоит вон. Остальные зацветут пораньше. В общем, все пусть идет своим чередом. Коронный, не коронный, как говорится. Не
знаю, может, я недопонимаю просто. Я ничего спорить ни с кем не могу. Коронный цветок, он весь зацветает, мешает. Ну вот везде он коронный цветок, говорят, он раньше зацветает. А тут получается коронный цветок только еще бутон набрал во всех. И вот там ни на одном нет. 6 кустиков, ни одного коронного цветка. На других гибридах есть, но он еще и не зацветает. Зацветет после того, как остальные формирования перцев пока еще тут. Что заниматься, пока и не цветет еще. Таких вот лишних веток, стеблей нету ничего. В общем, пока сорта цветут лучше, чем гибриды. Что могу сказать? Вот там цветущих побольше и уже с перцем. Первый, блин, есть уже. В уголочке сидит сам себе, я даже не видела его. А он растет. Вот так у нас обстоят дела с перцами. Пока-пока.